Приветствую всех любителей вышивки на моем канале. Добро пожаловать, уважаемые друзья! В данном видео я хочу представить вашему вниманию свой отчет по проекту «Мой долгострой». Так, я наконец-то вышила полностью вот этот листик. Значит, человечки у меня отшиты вот здесь, здесь все. И также выполнен уже бэкстич. Дальше, что я вышила, на этом листочке я вышила всех человечков полностью. И уже даже пошли зарисовочки на замок чуть-чуть. Так, конечно, я очень, с одной стороны, рада, что я закончила человечков, да, вот они такие вот мелкие. Но, с другой стороны, в смысле, рада с той стороны, что уже вроде остался всего лишь замок, тут дерево и фон, ну, типа, наверное, быстро. Но, с другой стороны, я чуть-чуть еще грущу, потому что здесь человечки были такие вот разноцветные, да, желтые волосы, там, зеленая шапочка, синяя курточка, там, красный шарфик, не знаю, что тут еще, елочка вот тут зеленая на саночках, подарки, да. Ну, то есть, у меня была цветотерапия. А замок уже опять как-то вот, как вы видите, я как никак не могу распутаться с монохромами. И снежный кот у меня монохром, и грядущий, будущий проект мой, ну точнее, который я когда-то начала, это дремлющий леопард монохромный. Также у меня Шакира, но Шакира будет тоже в долгостроях, это уже понятно. И она была тоже в монохром, и Кармен тоже такая, я бы сказала, монохром почти. Вот, так вот с этой стороны, конечно, я чуть-чуть так сказать, вроде как, не то что переживаю, но опять настраиваю себя на монохром. Ну, давайте посмотрим, как это все выглядит у меня на моей вышивке. Вот так. Вот такие у меня получились человечки уже с бэкстичем. Бэкстич на этой вышивке мне было вышивать намного легче, чем на Dimensions. Возможно, потому что я уже повышивала бэкстич и на почти идеальном, и на игрушке, которую я вышивала для Алины. Ну, с другой стороны, это не такое уже количество вышивок, где могло быть столько много бэкстича, чтобы уже тут для меня было легко. Все-таки я думаю, что сам бэкстич здесь какой-то попроще, может. Вот, чуть-чуть мне не хватает, конечно, проработки схемы, я ничего менять не буду, но в принципе, да, вот смотрите, вот эта девочка вот здесь, извините, что показываю пальцем, я считаю, что здесь тоже мог бы быть бэкстич на ее рукавчике, да, потом вот на ботиночках мне бы хотелось бы бэкстича, ту же самую коробочку вот здесь можно было бы, да, вот как-то чуть тоже обработать с бэкстичем. Но на схеме нету. Вот вы можете заметить, вот этот рукавчик желтенький, может, я так положу. Вот, да, нету здесь бэкстича. Ну, как-то хотелось бы, но я не буду делать, потому что не буду я ничего менять. Эта вышивка просто хочу ее закончить и простенько очень оформить. И просто это будет мое достижение, что я не забросила. Но менять и фантазировать, и еще что-то ломать голову я точно не буду. Вот. Пошли даже зарисовочки, вот как можете заметить, вот уже замок тут начал чувствовать. Вот этот кусочек был отшит. Ну, вот так вот. Так что вот такой путь я проделала. Очень этому рада. По чуть-чуть двигаюсь, все-таки да, уже я теперь точно могу смело сказать, что я закончу эту свою работу. Ну вот, все, это было мое продвижение. Ну, не могу не похвастаться, сегодня у меня четверг, а в субботу, мои дорогие, я пойду в тот магазин, в котором я была с Ольгой и Дворецкой, и я заберу «Северное сияние», я не могу. Не могу я спокойно спать, жить и вообще, пока у меня нет этого чуда. Так что вот, жду субботы. Сегодня и завтра у меня очень загруженные дни на работе. Очень-очень много будет работы до глубокого позднего вечера. В субботу утречком чуть-чуть поработаю, и с работы прямо на крыльях я полечу за своей мечтой. Все, на этой оптимистической ноте я всех благодарю за внимание и до скорых встреч. Пока!